Так, в поисках давления. Разобрали, перечистили, попромывали. Сейчас будем прокладочку сюда вырубывать. И кожаную прокладку вырубали сюда. Была резиновая, но она не была ни поврежденная, ничего. Сюда сейчас кожаную. Отсюда колечко. В общем, так. Все, работаем дальше. Вот эта резиночка стояла. Короче, полопанная. Не знаю, может она, может не она. Видно, он что полопанная, да? Так-то вроде нормально он. Короче, поставил я кожаную шайбу сюда. Вырезал. Фу-фу-фу-фу. Вот я собираю. Прокладочку сюда поставил. С паранита вырезал. Сейчас буду собирать дальше и буду пробовать. Или может еще до насоса полезть. Там посмотреть. Может там косяк в чем-то. Ну не может такое быть, что давление как обрубает. В общем, будем пробовать. Так, друзья, подскажите, вот здесь может уходить давление? Здесь нету ни прокладки, ничего. Вот, от эта часть поворачивается. Вот, а так столько. И все. Резьба легко крутится. Вот так вот. Она не касается. Резьба легко крутится. Вот. Все, оно придавилось. Здесь оно уперлось. Здесь все есть. А с под резьбы не может убегать давление. Мне что-то кажется, потому что вот. Резьба не конусная, ничего. Может его сейчас на резьбовой герметик посадить, накрутить. Сейчас мы так и сделаем. Друзья, смотрите. Вот она сейчас работает. Ну, чуть-чуть. 3,5. До 4. Самое удивительное. Смотрите, я сейчас заглушу. И посмотрите, как стрелка падает. То есть ярко выраженной нету такого падения давления. Ну, раньше такого не было, по-моему. Ну, сейчас я ее прогрею, посмотрим, как оно будет. Вот, смотрим. Почти 3, 2,5. Я не газую, ничего. Ну, не может же так быть, что такое давление, вот. Чуть обороты и сразу, гляньте. Сейчас пойдем посмотрим. Нигде нету, Андрей. Да то капля, то я резинку смазываю. Ну, посмотрим. Сейчас нагреем машину, посмотрим. С половиной. Машина холодная. Сейчас пускай поработает, а мы пока уберем инструмент. Так, ну вот уже патрубок верхний пошел, теплый. Но еще датчик нету. Фильтр холодный, а низ уже теплый, то есть уже открывается, фильтр идет подальше. Ну, сейчас пойдем глянем давление.
полтора. Температура 60-50. Сейчас мы его нагреем, посмотрим. Ну, по-моему, мы нашли, где убегала. Так, ну вот уже срабатывание термостата. У меня термостат стоит на 70. И вот давление 1. Сейчас чуть-чуть газу. И 2 пошла. Пускай будет 0,5. Пускай даже проеду я, нагреется 0,5, но это никак не 0,1. Я так думаю. Ух, как приемисто работает. Ну, 1. Горячий. И фильтр уже горячий. В общем, друзья, не знаю, боюсь уже что-то заказывать, но по-моему уже толк есть. В общем, поездим, оно видно будет. Все, на этом прекращаем обзор. Номера 503. Еще в 2 машины и 505 было. КВР. Все, всем пока, друзья. Еще раз с наступающим Новым годом. На этом обзор закончен. Мы погнали. Сеньор, это не вход, а выход. Туда тоже можно.